Всем привет! Друзья, в этом году на новогоднем праздничном столе обязательно для бычка должны быть свежие овощи, зелень. И в этом видео я вам покажу свой вариант подачи овощей с зеленью. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком варианте, и обязательно ставьте лайки. Ну что ж, начнем! Для начала по бокам на блюдо выложу листья салата. Для нарезки я буду использовать свежие огурцы, свежие помидоры, сладкий оранжевый перец и сладкий желтый перец. Все овощи я буду выкладывать на 4 сегмента. Я вот визуально тарелочку поделю. Сначала огурцы нарезаю наискосок на не слишком тонкие кружочки. Огурцы треугольником выкладываю на блюдо. Помидор нарезаю тонкими дольками и выкладываю возле огурцов. Сладкий оранжевый перец нарезаю полукольцами и выкладываю на блюдо. Желтый перец нарезаю соломкой. Перец выкладываю на блюдо. Также я буду использовать зелень. У меня перья зеленого лука, кучерявая петрушка, руккола, обычная петрушка и укроп. Зелень я буду выкладывать в центр. Вот такая получилась красивая, яркая овощная тарелка с зеленью. Она обязательно понравится бычку и будет чудесным украшением вашего праздничного стола. А я надеюсь, вам понравился мой вариант подачи овощей с зеленью, и вы им воспользуетесь. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь.
И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Я желаю вам всего самого наилучшего, всем пока и до новых встреч!